Громкая история с дорожным происшествием в Балашихе, где погиб 6-летний мальчик, получила продолжение. Женщину, сбившую ребенка, задержали. Как сообщили в МВД, в суд направлено ходатайство о ее аресте после того, как женщина нарушила подписку о невыезде. Ранее избраны меры пресечения – подписки о невыезде. В настоящее время женщина задержана в порядке статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации. Следователи обратились в суд с ходатайством об избрании в отношении обвиняемой меры пресечения в виде заключения под стражу. Все случилось 23 апреля, но широко известная трагедия стала лишь месяц спустя, когда внимание привлекли результаты экспертизы. В крови погибшего ребенка, как заявляли, были обнаружены следы алкоголя 2,7 промилле. Это вызвало многочисленные вопросы. Сейчас расследуются два уголовных дела по факту ДТП и о халатности при проведении экспертизы. И, как сегодня стало известно, отец погибшего ребенка по делу поменял статус свидетеля на потерпевшего по делу о халатности экспертов.